Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации. Как нам обещали, сегодня здесь состоятся суперзрелищные схватки. Сейчас пойдем посмотрим. Все по местам. Давайте мы присядем, давайте. Магомед Расул, почему на тебе не трико, а кимоно? Не знаю, все равно проигрывать надо. А почему надо проигрывать? Ну, так нужно проигрывать. Чтобы мальчика обрадовать, да, соперника? Да. А ты сейчас не по борьбе будешь, да, этот состязаться? По грэпплингу, не знаю. По грэпплингу? Звездо, что ли, грэпплинг, не знаешь. Ты же сам не знаешь пока, да? Да. Но ты сразу проиграешь или чуть-чуть поборешься? Сразу проиграешь. Сразу? Нет, сразу же нельзя, чуть-чуть, чтобы зрители обрадовались, надо же сделать. Ничего не будет. Ну, посмотрим твою схватку. Сделаем сегодняшний праздник очередной, пообщаемся. Всем хорошего времяпрепровождения. Я думаю, один в этом отношении нас правильно сориентирует. И для тех ребят, которые примут участие в этом мероприятии, они также должны понимать, что они могут и дальше жить, и могут дальше развиваться. И все зависит от них самих. Всем огромное спасибо, братья, спортсмены, политики, друзья, все. Огромное вам спасибо. И, конечно, детишки, мы вас очень сильно любим. Ассаламу алейкум. Спасибо большое. На этом ковре вот. Напоминаю, что 2 спортсмена, не знающие положения, дорогие друзья. Два балла берет Магомед Расул Магомедов. Магомед, мы тебя поддерживаем. Ну! Очень упорная схватка. Никто не хочет проигрывать. Награждение победителей. Сегодня проигравший в этом состязании получается.
уже переходим к награждению. Сегодня награждены победители Владимира Ивановича. Это будет сильнейшая битва, поэтому я прошу всех вас поддержать наших спортсменов, поддержать наших участников. Ожесточенная битва идет. Ногу на ногу делать! Сдался, сдался. Решающая битва в этой схватке. Победу он одержал. Магомед, но это была очень тяжелая битва для тебя. Он, честно говоря, крепкий парнишка такой. Сила есть у него. Он чуть было тебя на первых же минутах не задушил. Да, было дело. На самом деле, почаще мы проводили, потому что я уверен, что детям внимания не хватает. Я уверен, что они нас многие видят по телевизору и хотят прикоснуться, тем более там... Мы с ним поборолись, да, так пообщались приятно. У меня много положительных эмоций, я рад присутствовать здесь. Плачь, касается. Весовая категория одинаковая, не обращайте внимания. Все, сдался, сдался. Тяжелая получилась победа? Не так уж. Ожидаем вот такой напор с самых первых секунд. Если честно, я рассчитывал на победу досрочную, но не получилось, да, на всю улицу ушню. В следующий раз я покажу, на что я способен. Вот, все болели за твоего соперника, это тоже, наверное, сказалось. Это давило на меня, если честно. Жестко давило, жесть. Я думаю, из-за этого я и выиграл, скорее всего. Очередной поединок зрелищный. Сразу же берет захват борец в белом кимоно. Ты готов к своему поединку? Да. Ты настроился хорошо? Мамана. Ты знаешь своего соперника? Да, я знаю. Ты с ним когда-нибудь дрался раньше? Вечер. Но ты сейчас выиграешь, даже? Да, точно. Мы будем за тебя болеть. Хорошо. Поддерживает своих спортсменов, болельщиков. Как тебе поезд, нравится? Да. Ты стал чемпионом сегодня? Да. Между тем на ковре страсти кипят. Все. Конечно. Дорогие друзья, у нас остается за пропаганду здорового образа жизни. Спасибо вам. Очень красиво, культурно, приятно мероприятие проводит организационно. Я желаю всем здоровья и то, что вы ведете пропаганду здорового образа жизни. Спасибо. Спасибо большое за
Роджерио против Магомедова. Это уже получается международная схватка. Сразу ловит Магомедов бразильца. Это удушающе. Спасибо всем организаторам, тренерам, всем участвующим за то, что проводят такие праздники для наших детей. Но он ночью настраивался. Как он спал вчера? Он вчера хорошо спал. Он готовился к этому. Он был уверен в своей победе? Да, да, да. Он был уверен. Смотри туда. Есть, молодцы. Давай, говори. Мастер-класс для ребятишек устраивает спортсмена. Я считаю, что мы не то, что должны, мы обязаны пропагандировать такие мероприятия, потому что это наши младшие. Вот посмотрите, какая радость у мальчика. Вот я думаю, вот его радостью, его улыбкой все сказано. Мы должны поддерживать, помогать таким детям, чтобы они не думали, что они отделены от общества. Они вместе с нами, мы их любим, ценим, уважаем. Федерации вольной борьбы огромное спасибо, которые всегда поддерживают во всех наших начинаниях и так далее. Всем огромное спасибо спортсменам. Сегодня были наши чемпионы мира, пятикратные чемпионы мира сегодня были. Поддержали. Всем огромное спасибо. Мира, добра и благополучия. После окончания мероприятия спортсменов обступают просто дети, фотографируются.